Улетело. А я не могу кинуть. А, не. Так, ладно. Как у нас там книжка в сундуке какие-нибудь надо посмотреть? Опа. Так, а вот это вот что такое? Я покушал. Защита. Можно чистокол поставить. Ага. Будем ставить? Вокруг. Да, я вот думаю. Двери, окна, отдельные заборы, мосты, лесенки, мишень, барабаны. Сколько ж тут всего-то? Беседка. Смотри, тут есть избушка такая большая. 83 бревна надо. Да. Уж попробовать такую забубенить. Да, погоди, Серёх. Я тут строю, как мы сейчас забор будем вытягивать. Видишь его? Да. Предлагаю пойти, пока мы сыты. А, вот, слышь, Кирюх. На полный желудок восстанавливаются хпшки. А, да? Еще попробую. У меня половинка уже резнула. Вот еще дождик прошел. И энергия сразу возрастает. Еще Короче, я пошел рубить дерево для начала, чтобы гордиться. Вот смотри, но... Ах ты твою налево! Вода, 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 вода. Я, блин, тюлень. Такое. Да в костер наступил. А-а-а. Чуть не помер, блин. Так, все. Вот он мне не встал чё? Полностью. У меня вот прибавилось где-то вот 1/3 хп. Я вот поел резко. Так, ладно. Смотри, а вот они же через воду могут пройти. Вот. Что-то ни разу не видел, что мы не через воду проходили. Слышь, Кирюх? Да? Да. Думаешь, они боятся воды? Ну, не то, чтобы боятся, но я думаю, они просто не заходят в нее. Ну, окей. Ну, сейчас я хочу вот оградиться, да, вот через воду. А вот... Просто с воды как-то обороняться попроще, Кирюх, не заметил? Ну, да. Пошло. Давай сначала с дальних начинать. Блин, вот жалко тут с физикой беда. Ну слушай, как будто бы таких вот сервуаров, он тем более не забывал, начал в бетке. А, так, одна часть она построена. Большая. Блин, ну вот не катится. А видишь, они по 5 штук. Блин, где мое бревно-то? Ты какое-то скинул. Да ладно, следующее начинаю рубить. Ой, задел. Так, давай в Кирюх, стой, в ту сторону заваливать его, давай. Да, в нашу. Да. Ну, вон еще около дома, надо срубить дерево. Сейчас мы тут так вот вокруг дома пройдемся. Чтобы они тут, блядь, по этим не лазали. И видно их будет. Блин, да что такое-то? А у нас энергия заканчивается. Да нет, подожди. У меня еще фул. Не, которая полоска. Вот, вс.
кстати, они здесь растут, деревья? Да, я думаю, должны. Ну, вот который мы срубили, например. Ну, блять, оно же не за 5 минут растет, типа. Кустарник, нахуй иди. О, а вот кустарник катился, видел, да? Угу. Так, и это что еще? А где еще одно? Их по 5 штук здесь с этого. Ну вот я 2 воткнул. И я, по-моему, 2. Так, дай-ка вот этот кустарничек срублю. И вот это дерево срублю. Да. Давай, это последнее дерево. У меня хп чуть-чуть уменьшилось с чего-то. Прикинь, так на дом упадет и сломается. Ну да, прикольно будет. О, я нашел бревно. Ага. Ну это то, что мы сейчас завалили. А, да. Ну да. Скорее всего. Так, я 3 воткнул. И я 2 такая. Вот и 5. Так, чё, какое дальше дерево? Кирюх, я предлагаю за это. Переночевать? Ну не то, чтобы переночевать, но, блядь, в домике потусить. Окей. Полить их. Где тут, интересно, что-нибудь поставить? Интересно, они так сквозь дверь меня пробьют, откроют? Хрен его знает. Ну а ещё они как бы застрянут. Теорией. Так, а... Ладно. Ну я там смотрел в книжке, вроде окна какие-то есть, еще что-то. О, над книжкой фонарик. Да. Вообще, да, можно построить вообще отдельный. Как получается. Как тебе удобно. Ну да, тут есть отдельно стены, отдельно крыша. Угу. Смотрю, шкаф есть. О, слушай. Шейк-бар. Да. Шкафы есть, стеллажи есть. Да. Ну вот окно я смотрю. Или это не окно, это стена с окном. Так, у меня тряпки пропали. Вот смотри, у меня горит. Да, 3 разных этих. Can be used to collect berries. Что такое berries? Crafted bow, bow, molotov и rope. Вот как из этого мне выбрать то, что мне надо? Понимаете? КЗ. Crafted club, crafted X. Или это для того, чего надо. Окей. Опа. Я стою около двери. А я замерз. Замерзать начинаю. О, нам я голодный. Пошли наружу. Нельзя. Они там бродят. Сзади. По-моему, застрял. Да. Мы его на двоих сейчас так. Хорошенько. Опа, шоколадку я подобрал, с него выпало. Нехило, а мы дверь сломали. Починил. Угу. Да, мы это тоже поем. Я как-то очень резко проголодал. А, ну на это, наверное, из-за холода. Наверное. Надо дом друг побольше делать, чтобы костер в нем можно было ставить. Да, согласен. Хотя. Не, ну сначала нужно. Сейчас... Сначала чистокол достроим. Хотя, если сейчас чистокол сделаем, то и в принципе уже будет новым. Правда, у нас еще правая часть получается открытой. Не ограждена. Да, ну это сейчас сначала туда строим, потом туда. Так, жратва.
Все, я Так, ой, пожрал. а у меня не фул пожралось. У меня не полный желудок почему-то. У меня сразу полный. А у меня нет. Наверное, потому что ты толстый. Видимо, да. Так. Блин, окей, я так и не понял. Беру веревку, беру палку. У меня написано, можно скрафтить топор и лук. Что мне надо добавить, чтобы скрафтить лук? Твою налево. У нас зомби. Ну, город. Ага, вижу, вижу. Какого чистокола задом идет. О, давай проверим воду. Оп-оп-оп-оп, он туда побежал куда-то. Кстати, на фоне чего белого чистокола хорошо их видно. Ага. Оп-оп-оп, за домик побежал. Мне просто интересно, мы будем здесь резать или всегда будем на в хвосте самолета резаться? Ну-ка, смотри, не заходит. Реально боится воды. Это мне напоминает Far Cry 1. Слышь, Кирюх, ау. У меня вообще предположение вот на ту сторону, ближе к горам. Туда перебраться. Или вот, короче, вот под тот ход, ну вот, смотри, вот прямо туда вот. Видишь, там прямо стена такая отвесная. Вот под ней построиться. Как думаешь? Ну, сейчас посмотрим утром. Ну, утром нужно сходить будет тогда. Слушай, забавная игрушка, блядь. Да. Слушай, а тебе на работу-то завтра, да? Да, к сожалению. Сейчас с утра дождемся это. Просто мне кажется, что это вполне актуально, чтобы сверху стена защищала. Они сверху не прыгают. С такого расстояния. Он тут, видишь, и вода защищает, в принципе. Или, знаешь, от стены, например, до воды провести с одной стороны, с другой стороны. Да, 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 в том-то и фишка. Ну видишь, они в принципе через это будут лазать. Но у них уже хп будет меньше из-за чистокола. А еще потом перед чистоколом можно поставить этот. Барьер, ну, не барьер, а как он там называется. Какую-то хуйню хотел сделать. О. Факел. Я сделал факел. Как ты его воткнул? Нет, я не факел взял. Ну, я из книжки поставил. А, не, у меня такой обычный. Твою ж... Вот ты, блядь, сука. Ну как ты после этого называешь? Так, ладно, сейчас посмотрим. Мы все, может, побольше костер соберем. Так, где они у нас? Да там с камнями нет, самый большой. Да. Все, строим. Один камень нужен. Я пытался зажечь факел. Окей. Опа, смотри, по той стороне тоже идет. Только
прям фонарик нахуй, реально. Я тоже такой хочу. Блин, как факел зажечь? Не знаю. А как ты свои зажег? Или а, они сами тебя зажглись? Нет, это вот то, что это. То, что я поставил, я ее поджигал, как костер. А-а-а. Блин, окей, а ручной-то как тогда зажечь? Я реально хочу такую же хуйню, как это. Блин, я опять... Нам нужна голова. Ага. А, вот и голова, смотри. Да вон вообще голова есть тут. Прикрой мне спину. Твою налево. Хуй, он там орёт. Это... Жопа. А нет, слушай, а тут нужен скелет. А нет, слушай, а вот он в воду зашел. Эй, голова укатывается. Че, все-таки ходит по воде? Да, но... Где он? Блин. Как сделать голову? Или... Ну, вот у меня голова, но что-то она не делает. Нет, нужен именно череп. А, окей. Надо. Так, блин, надо с ней что-то сделать, что-то добавить, что не знаю. Ой. Бежал. Бежал и убежал. Бежит. Снова. Блин, сейчас бы всадить был. Ладно, кстати, утро. Блин, мне надо поесть. Сейчас, мне тоже. Да, иди, говно. Еще один. Так, хуёво. Еще один. Их трое. Их трое. Четверо. Четверо. Один из вокруг отбежал. Двое слева. Короче, уроды, блин. Смотри, у него эта голова прям светится. Да-да-да. Там реально у него как фонарь перед собой. Еще бешеная баба где-то орёт. Так он перед тобой прям над головой стоит с сиськами, да. Блядь. Я что-то... Я жрать хочу. Еще, там, да я тоже. Там еще. Ебать, слева еще двое. Че, поплыли на ту сторону? Ну да, пошли. Разведаем территорию. Блин, как бы зажигалку-то убрать? Я ее в прошлый раз как-то убрал. Да, сука, она здесь каменистая местность, неудобно будет. Угу. Я думал, тут поровнее. Прятаться будет. Зацени, камень в воздухе. Да. Прям архиеш напоминает, блядь. Да-да-да. Плато с калиной. Олень. О. Да иди. Прокрупнее. Хуя себе он, сука, в текстуру в камень бежал, тварюга. Да знаешь, обидно, его сейчас будет завалим. И нас завалят. Кстати, мне кажется, здесь еще можно камень добывать. Здесь нафиг не можно, только... Серёг, Q нажми.
Черепаха. Валим. Так, тут нужно... Отойди. Спасибо, друг. Сердечный. Белка. Промазал. О, какая. Хорошо, Маня не видела. Олень. Два олень. Три олень. Три оленя. Окей, что еще тут есть? О, портфель. Где, Кирюх, я тебя не вижу. А вон, вижу. А, сумки. Угу. Ой, анаболики, наконец-то. Рыба. Ну так, да. Они тут по это. Ну, короче, здесь, смотри, в принципе, тоже неплохо. Хотя я пипу свой прослал. Смотри, тут и вода, и... Ну, правда, здесь... Угу, здесь лес еще больше. Ну, это да, его вырубать придется. Зато здесь олени бродят, белки бродят. Белки? Да. Белки не трогаем, они убегают. Так. Ага, вот, смотри, мы обошли с другой стороны. Вон их не бунгало. Внизу олень. В принципе, сейчас на оленя. Тут нужно изначально найти где-то такое место. Блять. Ну вот где у них бунгало, кстати, очень ровная земля. Да. Поляна-то... Заебись, я не спорю. Но если мы там обоснуемся, они, нет, по-моему, там... Нам жизнь... О, прямо около меня олень. Но я не буду его убивать, смысла сейчас нету. Так. Кстати, у меня с едой беда. Опа! Еще Слышь, Кирюха, шалаши нашел. Не шалаши, а палатки. Реальные палатки. Да, костер ставь. Смотри, стол это... Не стол. Черепаха, кролик... Хрена себе. Вижу. Обыкновенные палатки. Кто-то тут еще пытался выжить до нас. Ну, кстати, неплохое место. Смотри, и кролики, и олени носятся, и вода. Ну, конечно, не очень ровно, но в принципе норм. Опа, какие-то ловушки. Но рыбные ловушки. Да, ну блин. Ну это все как-то не юзабельно. Да. То есть найти тут как бы... Найти мы нашли, а подобрать никак, что ли? Бухло. Где? Во мне. А, все, я тоже нашел. Бабло. Бутылочку. Библия. Что ты? Да. В принципе, так-то они тоже какое-то неплохое местечко выбрал, но немножко неудачное. Перехон, пошли вдоль реки дальше. Но... Блять, когда сейчас же стемнеет, я но иду, это. Иду. Позорная, да? А, вижу. Вот я прямо смотрю, там вроде бы как бы изначально кажется ровно. Да, вот я тоже. Там. Вообще, по-моему, исток. О, белки. Дынь. Белок до хрена. Прям, Машуль. У нас тут белки, кролики. У нас тут белки и кролики. Ты не хочешь белок и кроликов? А смотри. В принципе, здесь довольно-таки неплохо так-то. Ну да. Вот особенно если вперед сейчас дальше еще уйти. Я тебя прикольно. Просрал. А я вот вниз упал. Тут, короче, вода. Где там? Вон. Я вон вижу. Я воды не вижу, смотри. Оп. Но я плаваю. Где? А, вот.
Я вот туда прямо хочу. Ну вот и я. Смотри, кстати, вот и склон тебе. Да-да-да, вот для да. чего. Ну вот, особенно вот подальше чуть вот где-то. Вот. Mm-hmm. Вот здесь вот просторно. Да, только видишь, перенос. А, у тебя есть же это, как его? Черепаху убил? Нет. Блять. А я на кота пропала. Я думал, ты ее убил. Нет. Плата. Так, здесь, кажется, были не туземцы. О, я нашел. Чего? Куча плат. И этот. Анаболики. Круто. И этот, какого? Зиккурат. Причем реально. Угу. Больно. Зацени, я вот ничего не трогаю. На стене он висит, еще черепа валяются. Ага, и... Кости. Я 4 кассета там взял каких-то. Так, ну значит они здесь есть. Ну да. Короче, ладно, надо решать, где дом ставить. С новой строим или... Фигово то, что... Нам воды взять негде, нам воду найти здесь надо. Здесь и живности меньше, обрати внимание. Вот там на речке больше. Да. Там вообще кишит все. Ну, блять, нам воды негде взять, Кирюх. Кстати, а из той реки нельзя пить? Где мы сейчас проходили? Нет, нельзя. Блин. Так, осяк, согласен. Я вообще бы сейчас просто только на исследование ушел, воды и все. Ты забил. Посмотрим сейчас пока это. Да, будет печально, если помрем где-нибудь там. Не, я говорю, сейчас можно будет помереть, а потом начать заново. Уже знаю, куда бежать, потому что карта здесь не меняется, по-моему. На берегу морожку прикольно. Скалы. Какие-то прям имбовые скалы. А, вон, это внизу, да. Угу. Ага. По приколу. На них бы бангало построить. Ну да, там вон лесенки есть и все такое. Ага. Я говорю, тут самая большая проблема, это источник воды, блядь. Найти черепаху, в принципе. А вон, кстати. А, нет, не пока. О, я позади искал. И с той стороны можно насквозь у них пройти. Короче, я внутри горы. Я вижу, ага. Ну, это на текстуру вашу, короче. Тупо. Сказать. На текстурах, Кирюх. Угу. Норм. Ага. О. А, нет, это дно у скалы такое странное. Здесь просто и деревья растут, и надо мной прям огромная скала, как будто это ровный-ровный пол. А
А дроп-то здесь тоже валяется неплохо. Роб, там что-то есть? Ну, палочки всякие. А, ну это как-то то, что подобрать нельзя. Ну да. Не, ну, палки, которые подбираются. А, ну эти палочки. Я уже Ну, наверх палка вот тут целый поднялся. лес под горой. Мишку нашел, да? Вышел, кажется. Вроде бы. Я уже не понимаю, где я. А, все, вот, то, блядь, не подняться не. Я то ли внутри, то ли уже снаружи. Силы не устанавливаются. А, ты наверху. Голодный? Да, я наверху, я поверху уже пошел. Я вот просто смотрю, у меня здесь полупрозрачные горы. Я вот и думаю, я внутри горы сейчас или где? По идее, да. Ага. Должен быть внутри горы. Правда, здесь тоже внутри горы лес. Больно. Да, разработчики не парились. Ну, они, кстати, просто не все пофиксили. Возможно, все народа мало заходило.